Если вы играли в Ведьмак 3, то наверняка помните заказ на Ксенфурского кровопийцу. И скорее всего вы его выполнили. А даже если нет, то вы по-любому слышали вот этот мем. Девица из Виковара любит только зомбаром. Ну а вот про некоторую вариативность и последствия этого квеста вы могли не знать. Я их и покажу в этом видео. Чё, кого волчары? Я Витальф, счастливый обладатель 10 тысяч подписчиков. Кстати, спасибо вам за то, что подписываетесь. Без вас я бы никогда не получил бронзовую кнопку Ютуба. Итак, напомню, про что вообще был этот квест. Ну, мало ли, может кто не проходил, не играл, не помнит. Геральту дали заказ на вампира, который орудует в городе Оксенфурте, вылавливая и убивая людей по ночам. Изучив тела жертв и опросив свидетелей, ведьмак делает вывод, что кровопийца тот еще алкаш. И его интересуют только бухие люди, в крови которых есть изрядное количество алкоголя. Геральт придумывает просто охуительный план, как выловить вампира. Он лично заходит в пивнуху и упивается в хламину дешевым вином. Хочется нажраться, как свинья. И желательно дешевым вином. Неприятности с девушкой? Неудачи в торговых делах? И то, ни другое. Работа у меня такая. А дальше выходит на улицу и всячески начинает провоцировать бестию, демонстрируя окружающим последствия интоксикации паленым спиртом. И тут первый важный момент. Когда мы идем по улице, карта достаточно явно указывает, что нам нужно идти прямо. Но мы не слушаем и идем сюда. И до нас тут же начинают докапываться русские менты, то есть оксенфурские стражники. У второй из Виковара. А ты куда собрался, братец? А тебе что за дело? Ты находишься в зоне военных действий. А мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы на водку собираете. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Плати и не болтай. Им можно заплатить, но Геральт же не терпила какой-то, а ведьмак. Так что... Я не дам вам ни гроша. Я же говорил, он шпион. Мы тебя арестуем именем доброго короля Родовида. Ну попробуйте. Что здесь происходит? Докладываю, мы задержали подозрительную личность, шпиона. Из ведьмака такой же шпион, как из тебя, благородная девица. Еще раз поймаю вас за тем, что вы вымогаете деньги, всех отправлю на Восточный фронт. А ты, ведьмак, не крутись здесь. Спасибо, прощайте. Сволочь! Поломанных носов стражников спасает их начальник. И казалось бы, все. История с этими парнями закончена. И для многих игроков так оно и было. Но не для нас, потому что через какое-то время после прохождения квеста я пойду к окрестностям Новиграда, а именно вот в это место. И вот что после этого случится. Я покажу вам все варианты развития событий. Прохода нет. Эй, шпион! Помнишь нас? Ну как? Водки-то выжрали? Из-за тебя офицер нас нужники чистить отправил. Ты нам за это заплатишь. Я сразу хотел спустить с вас шкуру. Бей его! Бей его! Паразитизм и дезертирию. Давай, навали! Быстрый, как дьявол! Бей, убивай! Вот вам немного денег, выпейте, наконец, за мое здоровье. Думаешь, что все можно купить? Заткнись! Давай, давай сюда деньги! Слава королю Родовиду! Кругом сортиры чистить, шагом марш! Так точно! Во славу Редании! Редании! Сволочь! Круто, да? Столько игроков проходили этот квест, но про данное событие знали лишь единицы. И таких секретов в Ведьмаке 3 еще очень много. Хочешь знать больше? Подпишись на канал. Посмотри другие видео, у меня их тоже много, и не только по Ведьмаку, кстати. И если инфа в видео была полезной, отблагодари меня лайком, или поделись видео в соцсетях с друзьями, или поставь дизлайк за то, что у меня Геральт слишком гладкий и не похож на гея. А я картавый ублюдок, который выпрашивает деньги. А, кстати, поддержать канал и отдать мне свои деньги можно через сайт Бу.
boosty.to по ссылочке в описании. Ну или через спонсорство Ютуба. Правда, у них реально большой процент. Ладно, до скорого. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил.